Блогером без ущерба для службы стал пожарный из Усть-Каменогорска Бигжан Сайлаубаев. Огнеборец, успевающий снять, смонтировать кадры с места ЧП, стремительно набирают аудиторию в социальных сетях. При всем этом автор ролика всегда на передовой при спасении пострадавших, чем еще больше импонирует подписчикам. Свое увлечение Бигжан называет полезным хобби и нестандартным методом популяризации нелегкой профессии. С героем новой формации встретился Вячеслав Ветлугин. Я нахожусь на работе, пожарная часть номер 8 города Усть-Каменогорск. В противопожарной службе я 2017 года. Вот в боевом расчете находится у нас техники АЦ-540. Это видеодневник начальника караула пожарной части в Усть-Каменогорске Бигжана Сайлаубаева. Статичных видео в его портфолио почти нет. Огнеборец-блогер снимает горячие кадры с места ЧП. Но с важной оговоркой – всегда после спасательных операций. Успевает во всем абсолютно. И с нами ездит, и тушить пожары успевает, и снять на видео. Это все, и человек такой энергетичный. В своих видеороликах Бигжан пытается простым и понятным текстом рассказать о нелегкой службе огнеборцев и о тех рисках, с которыми эти ребята все-таки сталкиваются ежедневно. Бигжан, расскажите, что пытаетесь вот именно отобразить на видео и какой посыл несут ваши ролики? Мобилография – это мое хобби. Вот через видеоролики я хочу показать, как сказать, от первого лица всю сложность нашу работу, какие виды пожара бывают, ну, какие сложности сталкиваются пожарные спасатели. Но это все-таки в свободное время, да, в более-менее уже такие промежутки, да, между как раз-таки ликвидацией. Да, конечно. Вот когда, например, тревогу дают, едем к месту вызова, пути следования снимаю. Едем, загорание сухой травы, поселок Желанда. Ролики Бигжана – своеобразный пиар спасательных подразделений региона. С присущим профессии героизмом и романтикой, что тоже необходимо. В пожарных частях Восточного Казахстана серьезный кадровый дефицит. Не хватает до сотни специалистов. И имидж профессии необходимо поднимать. Да и для ведомственных пресс-служб Бигжан – незаменимый помощник. Такое оперативное видео с мест происшествий, с пожаров очень много значит. То есть, как для журналистов мы предоставляем большой видеоматериал, так и для того, чтобы люди в соцсетях видели, какая непростая профессия и в каких порой серьезных условиях приходится работать нашим бойцам. Бигжан Сайлаубаев сегодня ведет несколько аккаунтов местных пожарных подразделений. И как любой современный блогер, в будущем свое хобби рассчитывает монетизировать, но для начала профессионально освоить тонкости видеомонтажа, чтобы зритель отчетливо видел, что есть такая профессия – от пожаров защищать. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар 24.